Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Кэндлмен. И в данный момент, ребята, мы находимся на четвертом разделе, на четвертой главе, на которой мы уже как раз-таки появляемся, видимо, на острове. То есть мы уплыли с корабля, и теперь остров, на котором находится как раз-таки маяк, будет нашей миссией пройти через него. Покинув старое судно, Огонек продолжил искать путь к маяку. Окей. Мир в зеленой чаще столь прекрасен и удивителен. Но в волшебной тишине таится опасность. Вот тогда тоже говорили опасность. Типа та опасность была типа огнем. А сейчас что за опасность будет? Воу. Нифига себе. Так, мы должны по этим огонькам, видимо, идти. От них, видите, свет. Окей. То есть, видите, вот эти штуки, они сохраняют в себе свет. Господи, я говорил, что рано или поздно такое случится. То, что вроде бы кажется, что путь правильный, а на самом-то деле нифига не так. То, что там будет дыра. Окей. Неплохо. Так, окей, ладно. Надеюсь, такого больше не произойдет. Надо быть повнимательнее немного. Нужно идти вдоль этих штук, вдоль этих грибов. Они светятся. Так что они нам укажут путь. Эта штука по-любому тоже что-то в себе таит. Эти цветы. Готово. Чекпоинт. Прыгаем. Так, ну пока что легкий уровень. Так что ничего сложного здесь нету. И практически все, видимо, эти мы забрали себе. Воу, нифига себе! Смотрите, в темноте их не видно, когда поджигаете свет, они распускаются мгновенно при том. Нифига себе. Прикольно. Интересно. Красиво. Свеча как раз таки возле них, так что если мы подожжем его... А мы не подожжем, потому что, видите, здесь не запрыгнуть, видимо. Там не запрыгнуть. Здесь нужно как-то спрыгивать сверху. У меня свеча, кстати, почти сгорела. А я смогу туда запрыгнуть-то? Могу. Блин, такое ощущение, как будто нет, не смогу. Но смог все-таки. И, видимо, туда тоже ощущение не смогу, а на самом деле допрыгну. Давайте попробуем. Попытка не пытка. А, да, могу, видите, без проблем вообще. И все, эти штуки, видимо, всегда будут открыты, да? Нет, только один цветок. Серьезно? Пипец. Здесь чекпоинт был недалеко, так что можно не беспокоиться. Да я просто не нажал прыжок и упал. Окей, эта штука горит классно. Мне нравится. А это вообще постоянно горит цветок справа. Так. На самом деле, вот я зря, наверное, за свечками бегаю, пытаюсь зажечь. Мне просто интересен был сам мир. Видите, здесь тоже этот цветок. Ладно, последнюю свечку здесь надо где-то найти. Она, по-любому, где-то здесь. Где свечка моя? Куда вы ее дели? Ладно, нету здесь ничего. То есть мы просто тратим время на свечки. Это не обязательно делать. Хотя, может быть... Если мы зажжем все свечи в игре, то в конце концов игра закончится чем-то другим. То есть, может быть, разные концовки есть. Цветы раскрывались при свете свечи. Это мы и так уже видели. И не только при свете свечи. При любом свете они открывались. Смотрите, мы как раз-таки бежим к этому к маяку. Но прикольно, что наша свеча, она сгорает. И смотрите, хоп. То есть, если я зажму Ctrl, то она сгорит полностью. Я не знаю, она погибнет после этого.
Или нет? Так, подожди-ка, нам нужно сюда. Я надеюсь, то, что эти цветы меня не убивают, если я нахожусь рядом с ними. Мне кажется, убивают, кстати. Просто главное зажигать свет не рядом с ними. Немножко отходить от них. Так, эта штука. А я обратно, что ли, не могу вернуться или что? Могу. Так. Поджигаем. Здесь тоже огромный цветок. Видите? Воу, что произошло? Так, а здесь что надо делать? А вниз можно спуститься или нет? Я на самом деле боюсь касаться этих цветов. Мне кажется, что они нам что-то сделают. Не зря же они здесь есть. Так. Мы почти все свечки, кстати, зажгли. Две осталось. И я думаю, что... Вот они как раз-таки, да? Как я и думал на самом-то деле. Ебой! Изи. Изи находка. Готово. Красивый, но столь опасный. Видите? Опасный. Я так и знал. Я так и знал. Так, подожди-ка. Сюда идем. Ветвью, ветвью лозы казалась тропа. Он так и есть. Наша свеча может гореть всего лишь 10 секунд, если кто не понял. То есть лучше всего просто на миллисекунды их так вот зажигать и все. Но я думаю, кстати, здесь больше используется, чем миллисекунда, когда вы поджигаете. То есть здесь какой-то ресурс этой свечи сразу используется. И она сразу сгорает на определенный, до определенного момента. То есть поэтапно она горит. И не восполняется воск, если вы поджигаете следующую свечу. То есть, если вы подумали, что и вдруг я вот сейчас эту свечу зажгу, и у меня воск восполнится. Нет. У меня сколько было, столько и осталось. Так, подожди. Нам вправо сначала? Или надо было... Ладно, давайте сюда. Наша задача дойти до маяка. Значит, мы идем туда. Воу! Нифига себе! Нифига себе! Вот видите, я все-таки был прав. Эти цветы вас убивают. Офигеть! В смысле? А ты сейчас-то почему меня убила? Я не горел сейчас. What the fuck? Ладно, 8 жизней осталось. Ну, скорее всего, это не 8 жизней, а 8 секунд горения свечи. А что сейчас мне делать-то? Я сейчас подойду, она... Не откроется? Все хорошо. Вот видите, огромный цветок. Нормально, нормально. Я живой, не беспокойтесь. Так, папоротник какой-то? Или что это? Короче, дерево с листьями. Готово. Блин, а здесь сложно. Оп. Смог. Хорошо. А ну-ка. Опа-на. Допрыгнул. Фух. Не видишь, куда прыгаешь, просто вслепую. Ну, то есть, как бы знаешь, то, что там впереди что-то есть, потому что ты видел это благодаря свету. Но не уверен, то, что допрыгнешь. Окей, прикольно. Впереди затаился сад. Окей. Мы видим, сейчас через него должны будем пройти. Эти штуки тоже опасные. Они тоже свет сохраняют.
Воу! Прям перекати поле какое-то. И подожди, а куда нам надо идти? Они сверху скатываются. Не, нам просто дальше надо пройти. То есть я не думаю, что нам нужно в то место, откуда они скатываются, потому что она сейчас скатится прямо на меня, если я туда пойду. Так. Успею? Ладно, не успею. Так, успели. То есть эта штука сейчас... Во, падает! Вот в чем прикол. Прикольно. Сейф, чекпоинт у нас. Эта штука тоже падает. Мы сейчас должны будем поджечь ее и убежать. Отлично. Но пока что головоломок прям сложных каких-то не было. Просто... Ну, просто действительно атмосферная, интересненькая такая игрушечка. Так, нам эти падающие штуки не нужны. Только нам непонятно, куда нужно идти, если честно. Налево, направо. Ну, вот, давайте налево пойдем. Что сейчас было? Я где-то застрял обо что-то. Непонятно почему. Ну, ладно. Так, чекпоинт у нас далеко. Эх, пипец. Пипец пипчанский. Кстати, одна эта штука упала. Из-за того, что, видите, вот это я свечку поджег. И все. И она упала. Я не знаю, влево нужно идти, либо дальше можно пройти. Давайте дальше пройдем, окей. Воу. Нереально. Просто нереально. Их слишком много. Ну, свечу я поджег. Я не знаю, прямо нужно идти. Там влево тоже есть путь. Это мне сейчас остается непонятно. То есть им нужно какое-то количество света. То есть я могу несколько раз зажечь свой огонь, и они после этого все равно вырастут. То есть нарастающее у них количество. Окей, буду знать. Интересно. Ну, окей, давайте прямо пойдем. Эти штуки-то сейчас уже будут лежать, да, получается? Да? А вот и конец! Ладно, я, ребят, не за свечами же пришел, правильно? Мы же пришли, чтобы пройти игру. Так что идем сразу сюда. А это что за осьминожки такие крутые? Блин, знаете, на что они похожи? На попкорн! Блин, круто. Чем-то похоже они на попкорн. То есть мы сейчас на осьминожках будем кататься? Заросли и исчезли в водах безмятежного океана. А, заросли. Заросли. Да. Огонек потерял всякую надежду на продолжение своего пути. Но внезапно по воде прокатилась легкая зыбь. Да. Это значит то, что мы можем пройти дальше. Окей. Там можно было, видите, влево еще пойти, там тоже огоньки зажечь. Ну, блин. Зачем они мне нужны? Ряска плыла по волнам. По волнам вверх и вниз. Ряска? Что за ряска? Так. Эта штука освещает нам. Это осьминожки одновременно какие-то. И попкорн. И на то похоже. Так. Сейчас слева появится, да? То есть это исчезает, а один исчезает, а другой появляется. Окей. Я успею. MLG. Скоростное прохождение. Здесь чекпоинт, так что надо в любом случае взять. Здесь уже нет смысла. Оно падает. Блин, я не знаю. А нам сюда? Воу! Воу! Успел. Офигеть. Там нам свеча-то не нужна, нам нужно Мишу пройти, главное. Мы идем к свету маяка. Нам только это и нужно. Успею. Изи.
Изи. Можно было, конечно, позажигать этих свечей, но, блин, господи. Зачем оно мне нужно? Нифига тут миссии, кстати. Целых 5, в отличие от предыдущих. Она пробиралась меж подводных камней. Кто? Неужели рыба какая-то? Или вот эта штука пробирается меж... Да, видимо, так и есть. Бэнк. Готов. Иди сюда. Иди сюда. Готово. Но она не тонет. В отличие от тех штук, которые были в начале игры, которые тонули. Эта штука не тонет. То есть вы на ней можете бесконечно стоять. Окей. Нет, нет смысла. Надо ждать. Фух, не утонул. Я не утонул. Все отлично, не беспокойтесь. Нет повода для беспокойства. Успею. Ебой. Так. И... Отлично. Вовремя, видели? Она уже начала опускаться. Свечка-то горит почти. Почти сгорела. Тик. Чекпоинт. Ну все. Опять аркада началась. Тик. А эта штука что меня боится? Смотрите, она гаснет, когда я к ней подхожу. Нифига себе. Да не бойся, я добрый. У меня добрая свечка. Тик. И тик. Готово. Окей. Сияли таинственные синие цветы на пути. Таинственные. То есть до этого мы не видели таких, окей. Или это и есть они? Мы же их видели. Что таинственного в этом? Воу, серьезно? А что происходит-то? То есть она идет к свету? Нифига себе! Прикольно, вы видели? Круто! То есть мы сейчас стоим на краю этой штуки, вот так вот, и она прям плывет в эту сторону. Нам нельзя долго гореть, потому что мы сгорим. Надо быть осторожным с этой штукой. Так, теперь нам туда. Я не знаю, будет ли нам что-нибудь мешать на пути. Офигеть! Прикольно сделали. Я думаю, что за синие цветы? Это вот эти, оказывается. Действительно таинственные. Идут к свету. Ну я не знаю, почему они идут к свету-то? То есть, по сути-то, цветы, они раскрываются, когда солнечный свет появляется. У свечи-то не солнечный свет. Инфракрасное излучение, да, там должно быть. Здесь-то нет никакого излучения. Ладно, давайте сюда. Оп. Плывем. А куда дальше-то? Фух, я уж думал, все, конец. Что ж ты успел поджечь? Готово. Плыли фрукты по глади воды. Обойдем их мы на раз, два, три. Окей. Так, а здесь видите уже как сделали. То есть нужно обходить эти штуки. Интересно. А если подожгу эту свечечку, то что будет? То она идет прямо к свече или что? Это фигня синяя. Интересно. Странно и интересно. Куда идти? Оу, понял.
Она прям под ней, да, появится? Прикольно. Это прикольно. Так. Сюда. Воу, ты куда? Нам сюда, вроде бы. Не, нам лево, 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 лево. Готово. Они, видите, когда бьются об эти штуки, они отталкиваются далеко при том. Довольно-таки сильно. Я успею. Я успею. Супер. Нет, мы не успеем на эту штуку, которая впереди нас. Нужно прыгать, которая сзади. Готово. Опять все осьминожки. Похоже на попкорн. А, ага. А что делать-то? Куда? Ой, что-то... А, вот, вижу влево. Окей. Все, я уже думал, что-то нужно было делать. То есть я нажал на этот, на свет, чтобы вдруг здесь будет эта штука, которая приходит ко мне из темноты. Ну нет, все нормально. На 5 баллов. Опасность огонька поджидала везде. Господи, огонек, дойди уже наконец до маяка. Дойди. Он не так уж и далеко был, вроде бы. Так, здесь опять чисто странные-странные цветы. Цветы. Оп. Аплодисменты. В профессиональной игре. Взял, прыгнул. Не до конца, короче. Тик. А чё, он не может доплыть? Все, вижу. Доплыли, господи ты, боже мой. Я думаю, что на эти цветы вообще нельзя даже подходить, да, когда они даже находятся в неактивном состоянии. То есть они даже в этих... В пассивном состоянии, вот в этом маленьком, они все равно смертельно опасны для нас. Ой-ой-ой. Так, окей. Можно ли здесь допрыгнуть? Или эта штука сейчас что-то с ними сделает? Она оборвет, как думаете? Да, офигеть! Прикольно. Оборвала, взяла все цветы. Это круто. То есть, это можно использовать, да, видимо? Да, действительно. Бежим, 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 бежим! Ой-ой-ой! Не преследуй меня. Я уже свечку спрятался, блин. Так. Там этих цветов, блин, целая куча. То есть мы должны поджигать эти штуки. Они же поуничтожают нам эти цветы и дадут возможность пройти. Прикольно. Блин, прикольно это все сделано. Удобно. Ну все. Это маяк? В глубине леса он увидел вход в маяк. В надежде, что цветы помогут добраться до него, огонек вновь спустился в путь. В смысле, блин, what the fuck? Он так был близко, но так далеко. Мы даже еще, ребята, не дошли до маяка, оказывается. Нифига себе. Но хотя бы, ребята, уже что-то. То есть мы уже видим, куда нужно идти. Вот такие вот дела. Так что, надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании и в шоп-канал. Это была игра Candleman. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр. И всем добра.